esperando aquí, ¿eh? Открой. Да ладно. И сколько мне здесь теперь торчать? А? Туалет-то где? Перед тобой. Удачи. Ага. Gracias. Вставай. Черт, а мне ведь такой сон снялся. А, эй, эй, эй! Ладно, полегче. А. Где вы, что происходит? Это после третьей части, судя по возрасту, его, нет? Успокойся. Глава вторая. Адово место. Эй, а можно мне хоть душ? Или уже вечер? Тут ведь трудно понять. Эй, придурок, давай наверх. Вывожу заключенного. Открыть ворота. Рад тебя видеть. Типичный Дрейк такой. Я так понимаю, сейчас опять хапнет. Ярко и влажно. Я практически уверен, что кто-то нас выкупил, нет? Рот закрой. Густаво получил, что хотел. Эй, Варгас, déjanosla nosotros. Nos encargamos de él. Назад, назад! Прочь оттуда, выродки! Эй, эй, танкелисаты. Да у тебя есть фанаты. Да их я смотрю много. Так, вертухаю, все нормально, все как обычно. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Я немного знаю испанский. Стоп, что ты сказал? Скоро все узнаешь. ¿No escuchaste? Ясно. Хорошего не жди. Мне просто очень хочется сейчас сделать кое-что. А, подожди. Так вот, вот так вот, просто посмотреть на детализацию лица. Я не знаю, зачем мне это, просто давно хотелось. Хотя камера так близко не подлетает. Но детализация определенно крутая. Так, ладно, ты же меня бить не будешь? А, ясно, понял, не напрягайся больно сильно. Нет, Амин, ничего. Назад, этот поручен мне. Бен. Милое место. Увидишь. Por favor, говорит, ты вот там пипец. Смысл? Еще ниже, серьезно? После вас. Да, ничего подозрительного. Да что-то пипец какой-то. Это же не кабинет надзирать, да? Влево. Ясно, хочу справа. Ясно, пойдем налево. Сюда. Сюда это куда? Сюда? Или сюда? Я думаю, сюда. Сюда? Пришли. Хорошо. Ты наручники снимешь? Хочу в долю. Что? На все, что ты там найдешь. Хочу в долю. Ну, знаешь, твоя задача была дать нам зайти и выйти, и все. И все? Да я ради вас своей шкуры рискую. Да, и Рейв тебе за это очень хорошо платит. Да. Хорошо, но мало. Тебе говорили не открывать. Да,
Мне также говорили не брать взятки, не водить сюда никого и не бить заключенных. И тем не менее. Давай поосторожнее, этой бумажке 300 лет. Я служил в команде капитана Генри Эвери. Знаешь, кто это? Это пират. Пират, который взял самую большую добычу в истории и унес с ней ноги. Я почитал. Молодец. Больше 400 миллионов долларов в золоте и камнях. И все с одного корабля. С Ганки Савая. Да. Да, я в курсе истории. Давай, к делу. Так, так. Я сижу на самом верху испанской тюрьмы. А, вот. Уповаю, что однажды кто-нибудь придет в это адово место, примет мой крест и отыщет райские богатства. Ну, что ты хочешь? Райские богатства. Боже, это метафора. Не-не-не-не-не-не. Вы с дружками купили себе пропуск в это адово место не ради одной метафоры. Хочу в долю. Ладно, сделаем так. Я обыщу камеру. Если 300 лет спустя там еще осталось что-то ценное, обсудишь вопрос с Рейфом. Давай уже. Я думаю, там какой-то ключ просто к настоящим сокровищам, потому что кто там это будет хранить? В башне. Por favor. Как ты туда заберешься? Ручками. А может, вообще ты полезешь? Ты же хочешь в долю. Шею не сверни. Ага. Постараюсь. Принес, что я просил? Да. Спрятал прямо здесь. Под столом. У ящиков. Ага. Понял. Спасибо. Стол где? Стол вон тот. У ящиков. Вот у этих ящиков. Ясно? Короче, Дрейк, я по тебе пипец как скучал. Меня просто дико прет истории. Я пока не вижу никаких недостатков, но при этом я вижу, что вот эта вот графика, она... Тихо. Ну вот, расплюнуть. Ладно, неважно. Графика хороша. Просто хороша. Еще один кандидат на игру года. Так, здесь у нас колодец, который на самом деле нас куда-то приведет. Да, смотри-ка. Бинго. Вот мы и в деле. В общем, если так посмотреть, пока что этого не видно, потому что здесь еще как бы более-менее линейно, но в игру добавили открытый мир. То есть не то, что прям открытый мир, игра по-прежнему идет по кишке, только кишка в этот раз чуть-чуть побольше, чем раньше. Давай спустимся туда, посмотрим, что там есть. И вы можете попасть в определенные места, можете в определенные места не попасть. Как бы это объяснить, короче говоря? Да, посмотрим. Панамский кулон в форме кошки. Я не буду искать сейчас все прям. Ну, если будет где-то по дороге попадаться, то это будет неплохо. И да, и мы можем по-прежнему читать книгу. Давайте посмотрим, как эта книга выглядит. Мы не можем читать книги. Так, у нас только один листочек. Да, больше на нем ничего нет. Хотя вот это вот, я думаю, какая-то все-таки зацепка, потому что, посмотрите, там что-то есть. Что-то там есть. Мой дорогой сын Ричард, эти дьяволы испанцы поймали меня, и теперь я ожидаю своей участи в вице-королевстве Панама. Меня обвиняют в пиратстве. Суд – чистая формальность. Абсолютно ясно, что меня вскоре повесят. Признаюсь тебе, я был в команде капитана Генри Эвери. Я вместе с товарищами участвовал в ограблении индийского судна «Ганги Савай». Мы много законов божьих нарушили, много чего натворили, и я должен ответить за свои грехи. Ныне я сижу спокойно в камере на самом верху испанской тюрьмы, смотрю на океан, и безумно лишь хочу одного – хотя бы минутку побыть с тобой и твоей матерью. И хотя о многом я сожалею, знай, со своей судьбой я смирился. Надеюсь, однажды ты найдешь путь в это ужасное место, примешь мой крест и отыщешь несметные сокровища. Твой любящий отец Джозеф Бёрнс. Я не думаю, что там есть какие-то сокровища. Я не думаю. Я практически уверен, вернее, что их там нет. Я думаю, что там просто какая-то зацепка, возможно, что-то. Ну, увидим, в общем. Давайте не будем спойлерить сами себе. Это должно сработать. Хорошо. Нам, наверное, эту штуку нужно запулить куда-нибудь. Здесь должны быть какие-то метки. Вот если я, допустим, или никаких меток. Не, ну как бы я понял, что мне туда идти. Камера Бернса. Ага. Как мне туда добраться? А, вот, подходишь, и оно делает. Я понял. Я не вижу, там что написано.
Но я вроде все делаю правильно. Погнали. Хорошо. И в итоге она у меня остается? Ну, странно. Ладно, игровая условность, но это реально расширяет геймплей. Это неплохо. Почти все люди Эври удрали в Шотландию, а ты застрял в Панаме. Можем просто нажать быстро L1, ну, то есть своеобразный ходки. И в результате у нас будет вот это вот. То есть мы сможем сделать то, что нужно. Хорошо, раскачались. Я уже мог дотянуться, потому что он вытянул руку. Тихо, теперь я дотянуться уже не мог. Об стенку биться не надо. Прыгнули, достали. Отлично. Так, перелезь, Дрейк, вперед. Готово. Зная Дрейка, это не выглядит как-то там сложно. Интересно. Тихо. Интересно, он как там с Еленой? Они женаты? Она замужем за ним? Они поженились? Я думаю, да. Пусть стоит этой части. Можно съехать. Зацепиться за шест. А, то есть придется комбить? Серьезно? Вау, круто. Так, только об эти стены биться не стоит. Жизни не тратится, но все равно. Не надо, короче, не надо этого делать. Видел бы это, Сэм. Дрейк в предыдущей главе его показали, он какой-то он не такой, как он был в Uncharted 3 в начале. Там он был немного другой. Вперед и наверх. Но здесь, в принципе, всем изменили внешность. И Салли, и Дрейку, ну и другим, я так понимаю. Только Елена вроде осталась очень похожа на себя. Так, хорошо, куда мы пойдем? Мы с вами пойдем, наверное, вон туда. Чтобы нам туда попасть, нам нужно как-то залезть наверх. Чтобы нам залезть наверх, нам нужно... да, все, я понял. Это не очень опасно. По-моему, это довольно опасно. Шифер-то ничего там не провалится? Или это металл? Нужна камера на самой вершине. Я типа уже почти дошел. Так, спрыгнем. Ясно. Это было ожидаемо. Короче говоря, первым трем частям, на мой взгляд, не хватало какого-то отзывчивости в плане управления. Не могу поверить, что вот здесь пираты сидели и ждали... Но при этом в Last of Us этого вообще не было. Там управление было идеальным. И здесь управление как в Last of Us. Поэтому если вас этот параметр волнует, то... Куда мне? Там блестяшка лежит на полу, нет? Да, лежит. Какой сегодня глазастый. Надо наверх. Подожди. У нас здесь вон и что. Складной нож Наваха. Прикольный такой. Еще как в Ларе Крофт, там можно было что-нибудь зацепить. И, соответственно, в общем, почитать какую-то историю или воспоминания. Помните, там были такие метки своеобразные. Потом, похоже, в Thief сделали. А оно получится? Я смогу вытянуть? Хей! Хей! Что-то как-то не идет. Фу. Неплохо, неплохо. Так, ладно, ясно. Не буду брать. Это круто. Самое главное, чтобы тебе самому нравилось. Иначе ничего не получится, драки. Ого. А вот и тюрьма вся, смотри. Ага. Я думаю, туда тоже вниз можно вот этот проползти, там может какая-нибудь блестяшка даже, но имеет ли это смысл? Сэм такое пропускает. Ну вот, камера Бернса. Да это прямо номер люкс. Ладно, с чего начать?
Я так понимаю, здесь вот эти вот камни не просто так, эти номера, эти знаки гороскопа. Солнце и луна. В алхимии это золото и серебро. Угу. Стоп. Что-то подобное было в письме. Ну, факт. Похоже на часть символа. Я говорю, здесь какие-то подсказки. Солнце. Потом вот эти вот так. Перевернем. Вот и вторая часть. Ну-ка. Получается, у нас своеобразная такая стрелка, а потом знак Скорпиона. Вот а, так вот. Лучше. Так, тут знаки зодиака. Это Стрелец, а это Скорпион. Угу. Так, а при чем здесь цифры римские? А, вот она что. Ну, ты, допустим, Стрелец, ты, значит, два. Ой, Скорпион. 2 и 10. 10 и 2. Ага. Хорошо, я могу на что-то нажать. Так, где у нас здесь 10? О, вижу. Римская цифра 10. Ничего. Готовы, теперь 2. Как там в письме? А 2 у нас... Вот оно, да? И римская цифра 2. Нет. И где тут у нас Стрелец? Так, ну вот смотри, Стрелец, а потом Скорпион. Стрелец равно 10. Стрелец и римская десятка. Угу. Скорпион. Скорпиона и римская цифра 2. И что я сделал не так? Может, 12 имеется в виду? Наверное, слушай, вот по центру, да? 10 и 2. Крест и две черты. Ой, вытару, спасибо. Ух ты, что у нас тут? Перевернуть, Дрейк. Фактис рекипимус. Я же вам говорил. Больше ничего. Ладно. Пора назад. Как они сделали такое рассеянное освещение вокруг головы, вокруг волос? Реально, тут можно времена за фотографию принять картинку. Слишком хорошо. Все, как я и говорил, здесь у нас просто ключ, который в будущем нам как-то поможет. Я бы такой, что вышел оттуда, откуда пришел. Надо смотреть под ноги. Так, а давай посмотрим, что у нас теперь есть. Ну-ка. Дрейк не хочет. Я просто имею в виду... Слушай, мне кажется, мы могли бы отсюда подняться, и мы увидели бы запертую дверь здесь. И вниз. Вроде больше ничего нет, никаких секреток, никаких призрачных дверей. В смысле, тихо. Ага, это было слегка опасно. А я могу как-то на ту сторону перелезть? Ну, то есть снизу там, допустим. Нет? Снизу, походу, нет. Давай сверху тогда. Прыгай родной. Дрейк такой Дрейк все-таки. Тихо. Хотя... Погнали. И сейчас мы опять покатимся. Я уже вижу. Нет. Ну, теперь покатимся. И нам с вами нужно будет зацепиться... Какой же ты Дрейк все-таки? Такой Дрейк. Давай, родной. Сейчас нас сдадут.
По-любому. Бедное мое плечо. Вон тот мужчина сейчас нам скажет. Ну, вы поняли. Вон, Варгас. Хочу в долю. Я с вами. Долю захотел. А ты с ним делиться не хотел? Ну, значит, тут все-таки по-своему прав, чувак. Ясно. Сейчас мы опять покатимся. И покатимся, и потом вот там зацепимся. Изи. Это довольно просто, но очень зрелищно. Единственное, непонятно, как он веревку сматывает, но это как бы ерунда. Нам лучше всего подняться обратно наверх сюда. И это мы можем сделать так, но еще мы можем посмотреть, что у нас здесь есть. А здесь у нас есть аж ничего. Может быть, хотя ладно, погнали. Я реально, я говорю, я могу сейчас просто ходить и все осматривать на предмет каких-то тайников, но тогда вам не так интересно будет смотреть, и я вам дам динамичное зрелище. Другое дело. Так, все, я практически вернулся. Выглядел немного странно. Добрался. Как успехи? Дрейк? Ну что? Там было пусто. Если где и спрятана подсказка, я ее не нашел. Уверен? Ты хорошо поискал? Наверное, я упустил что-то в письме. Вдруг имелась в виду другая башня, которой нет давно. Ну да. А может, чертежи какие остались? Схемы построек? Может быть, есть какой-то архив. Ага, хорошо, тогда поищи там, вдруг чего накопаешь. А я поговорю с Сэмом, он эксперт по Эвери. Может быть, он во всем этом разберется. Ладно, я залезу в архив. Да. Повернись. Ага. Он не поверил. Не поверил, по нему видно. Так. Когда с ним поговоришь... Свяжись со мной. Хорошо. Вали. Ринго, если еще раз полезешь в драку, загремишь в карцер. Надо же, какая экспрессия. Но я актер получше. Ты поэду дезира, кварта де принципианте, верда? Ихо де пута. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, Господи, ну у тебя и видок. Ты живой? Ну, издержки производства. Пошли. Эй, стоп, стоп. Давай-ка не нагнетай саспенс. Ты был прав. Мы были правы. Сейчас найдем Рейфа и... Рейфа. Ну, только не начинай. Слушай, сам сказал, что это мы нашли. Ты и я. А богатенький ублюдок просто упал на хвост. Сколько мы пытались сюда влезть? М? У нас были зацепки. Да не было. Вот по нулям. Будем честны, без Рейфа и Варгаса мы б сюда не попали. Да, кстати, о Варгасе. Есть проблема. Какая проблема? Он пустил тебя в башню? Да, да, пустил. Mm-hmm. Но сперва письмо прочел. Mm-hmm. И что он теперь хочет? Ну, конечно, в долю. Черт. Рейф, если кто-то еще об этом узнает... С Варгасом я вопрос решу, не парьтесь. Сейчас давайте обсудим более важные вещи. Ладно, пойдем только куда-нибудь, где потише. Ага. Прикольный типок. Глаза, как у рыбы. Так, ну и что ты нашел? Эй. Можно? Аккуратней только. Дерево инкрустировано серебром. Неплохо сделано. Он пустой. Зачем так старательно прятать выдолбленное деревянное распятие? Это не распятие.
формально распятием называют крест Христа. Это не Христос. Да, ни тернового венца, ни гвоздей, но если не Христос, то... Ну ты прочитай. Digna factis recipimus. Мы получаем... Нам воздается по делам нашим. А ты крут. Ну, знаешь, детство в католическом приюте. Святой Дисмос. Да, благоразумный разбойник. Но какая связь? Так, а теперь для тех, кто прогуливал воскресную школу. Ну, на Голгофе Христа распяли между двух разбойников. Один разбойник потешался над ним, а второй, вот этот, раскаялся. Он смиренно принял наказание за грехи. И Христос забрал его в рай. Благоразумный разбойник. Что? Ты понял? Существует собор Святого Дисмоса в Шотландии. А в Шотландии теряется след Эвери. И это не случайно. Нет. Честно, я в вас сомневался, но... Пошли найдем Варгас. Пора уже на свободу. Ну, что-то Варгас все слышал, походу, такой. И сказал, этим у работы этих нет? Да, угадаю. Это с ним ты поссорился? Не знал, что у него столько друзей. Dije que no habíamos terminado. Мира, я нас ганаста, ясно? Muy tarde para hablar. ¿Quién no sales? Эй, знаешь что? Tú no te metas. Ладно. Ох, я понимаю. Вас не слишком много здесь. Да куда ты? Получи. Работаем, работаем. А, вот, перекатываться на кружок. Все, понял. Больше у них нет шансов. Свободен. Давай. Готово. Круто. Так, делаем по этому. Раз, два, три. Упал. Добивать надо. Ох, жесть. Круто. Каких ночес. Так, сюда подошел. Вот отконченный какой-то. От кого там козла надо убрать? Все? Нормально? За спиной смотри. О, конченый, реально, конченый. Готов. Да пипец, у меня же рука заболела. Да что ж ты какой-то, посмотри на него. Тихо, тихо, так вот этого не надо. На! Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alíñense. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Я же вам говорил. Что, контрабанда? Варгас. Заткнись. Кем себя возомнил? Евлосу Селда! Метро Лос Грингас и Мия Фессина. Ты. Деханос. Деханос. Ты не торопился. Нас чуть не убили. Еще могут. Варгас, ты что? О, я ничего не нашел.
Может, не та башня? Ну? Меня воспитывали монашки. Крест всегда со мной. Смешно. Эй-эй-эй. Он же ничего не стоит. Я вам что, идиот? Ты хочешь изменить условия? Ладно, только давай без этой пурги. Убери нахрен пушку. Спасибо. Мы дадим тебе 10%. Немало. Мы делаем всю работу. 20. Без нас ничего не найдешь. 25. Четверть. 25. Что скажете, парни? Ну что, согласен? Ну да. 400 миллионов делится на 4. Значит, договорились? Да, договорились. Хорошо. Но если вы еще хоть раз... Твою мать! Господи! Вот и все. Ты что, совсем рехнулся? Хочешь проверить? Собрать! Что делать будем? Дальше все по плану. Это часть плана! За мной! Охереть бегом, вообще. Бегом! Да ты чё? Я говорю, что он конченый какой-то. Рейв, куда бежим-то? Мы... Глаза говорю, как у рыбы. Варгас сказал, лодка будет под ним. Куда? Не знаю. Пойдем наружу, сообрази. Окно! Нейт, помоги мне! Скорее! Давай, давай, они с автоматами там! Ох, жесть, ты чё натворил, дурбецело? Потом бы как-нибудь и прокинули, но не так же. Жесть. Тихо-тихо. Давай-давай, притопи. С плеча выбивай, ну. Так, я понял, куда бежим. Да здесь что-то тоже как-то не особо. На пипец. Пипец, они не сдаются. Эй-эй-эй! Серьезно. Так, ладно, хоть у них автоматов нет. О, они вернулись за мной. Получи, тварь. Давай, давай, погнали. Хорошо, что делаем? Отталкиваем? Так ты, может, этот... О, господи, давай быстрее. Давай, 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 давай. Что-то какой-то пипец творится. Ты думаешь, он свалит без нас? График в игре все-таки, это круто. Так, они аккуратно. Ничего, идем дальше. Вроде бы. Черт, лабиринт. Да, они не хотят, чтобы мы сбежали. Эй, Рейк, рад тебя видеть. Давай, рожай. Рожай, рожай, рожай. А, все понятно. Ну там пипец народу. Так, может оружие еще какое хватает? Ладно, погнали.
Да, давай, 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 давай. Убьют сейчас нахрен. Да, тянись, тянись, родной. Давай, борись. Давай, я подниму. Держу. Давай. Сэм, нет. Нет, держись. Держись. Сэм. Дай вторую руку. Давай, Сэм. Нет. Надо сваливать. Нет, он еще там. Его больше нет. Быстро, лодка прямо под стеной. Нет, не могу. Не могу его бросить. Нейт, твой брат погиб. Выбирай, ты со мной или с ним. Нет, он же... Как хочешь. Сэр. Господи. Нет. Иду, я иду! Иди дальше!